Ну а вот как на этот вопрос о самой большой проблеме для нашей культуры ответил министр культуры. Как первое лицо, ответственное в правительстве за положение дел в этой области, Владимир Мединский был не готов, легкомысленно, что называется, на ходу дать ответ на этот вопрос. И это правильно, чтобы ответить на него полноценно, целой передачи не хватит. Владимир Александрович, в чем главная беда российской культуры? Скажите, в чем главная беда российской культуры на наши дни сейчас? Следующий вопрос. Не знаю.